Возьмем апельсиновый сок, $3. 12 яиц, $2.77. Молоко обычной жирности, это галлон, то есть 3,8 литра стоит 3,50, округлим. 4 йогурта, $1.96, аналог докторской берем. $2.48, возьмем индейку, 7,50. Всегда в американских фильмах показывают бекон, его надо взять. 2,76. Возьмем грудки, получается 2,94 за паунд, паунд это 450 грамм, то есть, грубо говоря, $6 за килограмм. И масло, литр за 3,47. Что, платим?